Место встречи – дорога Усть-Илаарская. В утренние часы машин много, люди спешат на работу. Остановить неплательщика по ходу движения помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Принцип его работы прост. Номера проезжающих машин фиксируют камера. По номеру в базе данных участники рейда узнают всю информацию о владельце авто. В том числе наличие у него задолженности по оплате налогов или штрафов. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, являются показательными, устанавливающими обязательность исполнения гражданами требований исполнительных документов. Служба судебных приставов призывает помнить о своих задолженностях и своевременно их оплачивать. Автовладельцам-должникам выдают требования об исполнении обязательств по оплате долга. В том числе можно оплатить на месте через терминал. А в случае неисполнения нарушителю грозит штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей. Акции будут продолжаться.